торговля издавна играет важнейшую роль в экономике государства и является связующим материалом, объединяющим все его сферы. Столетие органов торговли отметили в концертном зале «Верхний город». Каждый, кто вкладывает свои силы, свое сердце, свою любовь в этот непростой труд сферы торговли, почувствовал, что и государство видит это напряжение, которое они испытывают, как они вкладываются в это дело, и, конечно, поблагодарила каждого человека за его добросовестную работу. Сегодня торговая отрасль уверенно развивается. Из года в год увеличивается доля продажи отечественных товаров. Составляет она практически 77%. Это труд тысяч тех, кто связал свою жизнь с торговлей. Праздник большой, праздник хороший, знаковый для страны. И, конечно же, каждая отрасль заслуживает особого внимания, в том числе и торговля. Поэтому сегодня город Минск благодарит всех сотрудников, поздравляет их, желает им крепчайшего здоровья, хороших покупателей, добрых покупателей, да, хороших продаж. Ну и, конечно же, чтобы мы работали во благо нашей любимой страны и больше продавали наших белорусских товаров для того, чтобы еще раз убедиться в качестве наших товаров, которые мы производим в нашей стране. Каждый из представителей торговли делает нашу жизнь еще удобнее и комфортнее. Сфера торговли встречает юбилей с хорошими показателями. И это результат работы настоящих профессионалов. Человек, который находится на передовой линии, который всегда на месте, который всегда собран и который всегда отдает себя своему любимому делу. В этот вечер награждены лучшие из лучших представителей торговли столицы. Поздравляли виновников торжества творческие коллективы и заслуженные артисты Беларуси. Ксения Грузинова, Юрий Ткаченко, агентство «Минск Новости».